На прямую связь с нами выходит известный политолог-журналист Айгуль Умарова. Мы поговорим с ней по телефону. Добрый вечер, Айгуль. Буквально несколько минут назад в столице стартовали предвыборные теледебаты и дискуссии. Скажите, на ваш взгляд, насколько оправдан телевизионный формат обсуждений? И смогут ли таким образом участники раскрыть свой потенциал? Давайте будем говорить, что телевизионные дебаты в президентской кампании – это впервые в Казахстане. И этот факт нельзя не отметить. Второе. Время не совсем, наверное, можно было бы чуть хуже организовать эти теледебаты, потому что надо учитывать еще работу аульчан, которые за телевизоры садятся уже чуть позже. И, наверное, можно было бы чуть больше времени дать кандидатам для того, чтобы они смогли выразить свои позиции. Тем не менее, сам формат теледебатов, он очень важен. Это первый шаг. Да, вот учтем. И интересно было услышать ваши предложения. А по вашим прогнозам, насколько жаркой будет полемика и стоит ли ожидать острых вопросов от участников? Хотелось бы услышать от вас этот ответ. Айгуль, вы на связи, мы вас продолжаем слышать в эфире. К сожалению, это прямой эфир, все бывает, и на связи у нас была Айгуль Умарова, и связь только что прервалась.